В сопровождении звона колоколов прихожане спешат на утренний молебен в часовне в самом сердце курорта. На рубеже 19 и 20 веков на площади Советов располагался храм в честь святого пророка Осии. В 1930 году он был закрыт, а через 7 лет разрушен до основания. Потребовались долгие годы, чтобы вернуть храм верующим. С поддержкой анапской администрации в центре города возвели часовню. Строительство было завершено в 2008 году. Господу помолимся! Господи, помилуй! Святый си Боже наш, и во святых почиваешь, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Сегодня православные христиане отмечают престольный праздник – День пророка Осии. В честь этого события у часовни состоялся молебен, который провел священник Свято-Ануфриевского храма Геннадий Ключников. Мероприятие объединило десятки прихожан анапских храмов. Все веруют на все хорошее, надеются все на Бога. И поэтому все преклоняются, приходят на... И сегодня и мы были на причастии, мы были сегодня. Такой праздник, мы были на причастии. Оттуда мы пришли все сюда. Вот, и за то, что вот такой праздник. Спасибо всем большое. Спасибо Богу за то, что Он есть у нас, что мы христиане, веруем в Бога. Святой пророк Божий Осия предсказал пришествие Святого Духа, который вразумит людей, откроет им истину. Он написал немного совершенно, но эти слова очень ценны для нас тоже. Спасибо, Господи, братья и сестры, что пришли помолиться в этот день. Вадим Иванов, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.